Всем привет! Наша покупка на сегодня вот такую вот Иваси взяла. Лаваш, чусики, яйца, майонезочка, пайка. Здесь картошка под чеком 426-329. Это наша покупка на сегодня. Наша покупка на сегодня вот такие суши взяли по акции. Сейчас открою и покажу их. Кока-колу и чипсы Стёпки, капли для глаз и лекарства мамы. Наши покупки на сегодня. Вот так вот наша покупка выглядит. Наши покупки на сегодня. Взяла такой шампунь, ребята. Он, кстати, по акции за 300. Так, шампунь где мой? Не могу найти. Кондиционер. 314 рублей. А стоил 500 рублей. Ну, это нормально же, ребят, по акции, да? Ну, я, хотя у меня есть шампунь, я все равно купила 315 рублей, нормально. Бумажку, конфетки вот такие взяли. Картошку, правда, не люблю, но была по акции, мы из-за этого купили на пробу. Гречку взяла, хлебушек. Вот, пикалыши нам дали. И чек. А здесь, а, еще сметанку. Сметанку в магните взяла. По чеку у меня вышло... Что там, господи, не могу сказать, 1172 рубля. Это в магните взяла. Потом огурчики, помидорчики на 160 рублей, наверное, там у нас вышло. Это фикс прайс взяла губки, палочки, диски. Открывай, прокладки, зубную пасту и это какую-то зажигалку новую. Хлебушек, это и это дома было, кто-то купил. Это наши покупочки на сегодня. Не забываем ставить пальчик вверх и подписываться на канал. Свет открывает перекалыша. И еще один перекалыш. Ты вот сюда покажи ближе. Нифига. Красивый? Красивый перекалыш. Всем привет. Наши покупки на сегодня. Ой, короче, набрались. Курицу взяли бройлера. 3 штучки. Хлебушек, масло. Конфетки. Даже Стёпки даёшь взяла. Хоть он и не по акции, Стёп, я тебе чуть-чуть его взяла, ты их очень любишь. Перчик взяла, батон, гречку, рис, лучок, чуть-чуть морковку вчера мы купили, только я не снимала. Мы так все периодически берем, я не все снимаю, когда мы берем по чуть-чуть. Я беру только, ой, снимаю только, когда большие покупки. Сыр взяла, сахар, молочко, колбаса, смотри, сценочка, сколько я тебе взяла колбаски. Это средство для окон чистить. Кола. Что это? Майонез. Порошочек. Так, сыночка, какие-то чипсы тут выбрал. Помидорчики, огурчики. Так, клубнику взяли. Очень вкусная, да, сына? Прям вкусненькая. Ну, он бегает, помоет одну и съест. Сейчас я помою и покушаем. Так, яички взяла в КБ. Зубную пасту, мыло жидкое. В общем, это все покупки у нас на сегодня. Все, что мы купили. И мы с сыночкой все это сами тащим. Сейчас покажу по чекам, ребят. Так, по чекам у нас. Так, это где? Что я тут брала? Майонез. Где я брала? Бумагу туалетную тут брала. Короче, в Марафете я взяла на 607 рублей. Так, это в кажется, в КБ я взяла на 348 рублей. Нет, ой, это колбаса Ермолина. 348 колбасу Ермолинскую взяла. Килограмм почти. А вот это 318, вот это уже я взяла в КБ. Так, а это у меня магнит. 1757. Вот по чекам сейчас скажу, покажу. Тут ценники, конечно, очень-очень плохо видно. Я даже сама плохо вижу. Потому что... Чек какой-то странненький, такой прям замутненный. И тут вообще... О, еще и в магните, смотри, Стёп, дали приколышей. 3 штучки. 3? 3 приколыша. Давай открывай. Ты открывай, Ваня? Давай. Так, ребят, наша покупочка на сегодня хлеб кишиневский. Вот такой хлеб. Это что у нас щи. Сейчас с щами покушаем серый хлебушек. И щечки. Щечки свиные острые. И вот муку такую первый раз взяла. Попробовать. Она 75 рублей, что ли, килограмм стоит. Ну, вся дорогая, а это как бы подешевле. Ну, посмотрим. Первый раз такое вижу. Наши покупочки на сегодня.